Друзья, сегодня я вам хочу посоветовать один отличный канал Murderson Pro Games. На его канале вы найдете прохождение, обзоры, гайды таких игр, как Fallout, Resident Evil 7, Call of Duty и многое другое. Канал реально крутой, советую всем, друзья. Подписывайтесь, ссылки оставлю в описании. Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Арби, и мы продолжаем нашу легенду про Такара Васильевича. Так, мы тут зажгли костерчик небольшой такой, и вот там трава. Теперь пойдем дальше. О, у нас появилось новое задание. Так, бежим теперь туда. Какие-то крики я слышу уже. Там, походу, кто-то дерется. Ну, Такар у нас силен. Он сейчас всех быстренько раскидает. Так, так, так. Ну, что тут у нас? Ага, вот аборигены. Так, а кого мне мочить-то? Вот. Его точно. Держи стрелу. Держи стрелу. Нет, этого я по-другому убью сейчас. Так, ты меня не видел. Так, нет. Чё-то не понял. Этих тоже нужно убить? Так, это свой. Где он? Я его не вижу. Ага, вот он. Иди сюда, дружище. На тебе, падла. Хапнул дубинкой. Так. Один против всех дрался. Молодец какой. Так. Обшмонаем сейчас этих придурков. Чё? Чё? Так, это что, волчара, что ли? Да, отлично. У меня теперь есть шкура. Еще одна шкура. Чем больше шкур, тем лучше. Любой шейх это вам подтвердит. Так. Перенести тело. Так, ладно. Обыщем всех. Да что ты орешь, дурак, что ли? Так, кремень. Вот еще. Ой, блин. Стрелу мне в рот. Так, а подбирать не будет. Ладно, так. Стрелы полные, копья полные и дубинки полные. Ладно. Куда нам нужно? Так, что у нас там? Вот сюда. Контрольная точка. Так, сюда. Понял. Жаль, нету костюма крыла, как Far Cry 4. Было бы очень хорошо и очень даже удобно. Так, волчара тут грызет всех. Опа. Фидишки. Винджа, да, Винджа. Так, волчара за меня или за кого? Так. Ну, в любом случае, он их убил. Помог мне. Отвлек внимание. Ну все, больше ты ничего не сделал. Так, чё, где ты речишь-то? Дебил. А, вот ты где. На тебе, падла, на тебе. Так, надо подлечиться. То сейчас кто-то умрет. На тебе, на. Битва с волками. Отлично. Блин, сейчас умру. Вот, блин. Отпусти, уйди от меня. А? Собака такая.
сдох. Отлично. Так, вон там еще какая-то цель. Наверное, сначала схожу туда. Там кто-то дерется, видимо. Надо посмотреть, что да как. А если даже не дерется, возможно, там какая-то миссия. Ага, понял. Там точно кто-то дерется. Так, я хотел проверить кое-что. Вот, кидая дубинку вот так. Ну да, недалеко. Так, надо будет это как-нибудь рассчитать. Так, где вы, придурки? Так, вижу. Ага, понятно, он прям мог вот так... А, нет. Не прям так, как нужно. Нет, не видишь, ты меня не видишь. Ага. А, ладно, блин. Че я с ним играюсь-то? Сюда иди. Дружище. Все. Так, вот эта собака мне, по-моему, нужна была. Да, точно. Так, что у тебя было-то? Иди сюда. Кто орёт? Ну да ладно. По-моему, я могу что-то собрать. И у меня еще и навыки появились. Так, это что? Открыть земель? Нет, не нужно. Первобытное исцеление. Исцеление на бегу. Вот это хорошо. Вот это мы сделаем. Так, мешок. Изготовление, вот. Так, где это? Еще одна собака нужна. Эх ты, собака. Так, мне не хватает прочной древесины. Ну да ладно. Походу. Да кто тут воет? Это ты, что ли? Блин, не попал. Эй, ты чё? Ушел от меня. Ах ты, блин. Падла такая, твою. Урод. Так, ну мне нужна еще собака Динго. Как обычно, блин. О, мамонты. Ну, с ним драться очень долго, так что... Так, а вот собаки. Или нет? Так, не наверх. Ну, вроде бы там были собаки. Нет, это олени. Очень плохо. Вот как хорошо. Теперь будем бегать и лечиться. Чё? Так, так, так. Мне на ту сторону нужно. Как мне? Тут можно залезть? Да. Это хорошо. Беги давай. Устал, бедняга. Так. Каменные пальцы. Местоположение обнаружено. Так, мне их перебить нужно, да? Поджечь стрелу. Давай подожжем. И вместе с стрелой кого-нибудь подожжем. Так, что там? Ну это по ходу разберемся. Сначала посмотрим, что здесь есть. Каменные пальцы. Нет, показалось. Че? Так, а мне с ним что-то нужно сделать?
Так, какой-то больной. А, это тот шаман с заставки. Куайта Вальшнар. Вальшнар. Тинсай Хасан. Ты Тинсей, а я Такар Васильевич. Фу. Меня звать Сильный Дух. Му Салва Падавайда. Ухайта. Тинсай. Най. Най. Часар. У Часарда. Хасар. Ну, блин, фу. Баджа. Да, дед со своими причудами. Ну, такое бывает. Ничего, он мне предлагает выпить это? Только не пей, блин. Фу. Мерзость. А, это как обычно, блин. Как и в третьей, как и в четвертой части всякие глюки будут. Интересно, какие глюки будут здесь. Я даже не представляю. Так, нам тут подсказывают, что у нас контрольная точка. Видение звери. Видение, так. Так, чуть не понял, найти проводника. Сколько здесь оленей? Чё разорался, дурак? Так, сова. Да ты вести меня. О, отлично. Не понял, я чё, летаю, типа? Круто. Очень даже круто. Куда мы летим? А теперь я летаю под водой. Да. Разработчики в этот момент были накуренные. Опять падают. Так, куда? Коленем. Ну, больше здесь и некуда. Блин, бегать не могу, не люблю такие моменты. Так. За странная сова. Идиотская бесит меня уже. Так, вот у нас контрольная точка. Ты показать мне. Опять полет. Куда мы летим, блин? Что вообще происходит? А так красиво, блин. Неплохой такой вид сверху. Немного поплавнее было бы управление полета. Было бы вообще шикарно. Этой сове, видимо, нравится то, как я падаю. Да, блин. О, какой-то водоворот из птиц.
Вот это тебя накрыло, братан. Опять. Это сегодня закончится или нет? Так, волки. Тигр. Еще тигр. Мишка. Приручить. Так. Пока мы умеем приручать только сову. Мой глаз в небе. Ну, отлично. Было бы неплохо, если бы в играх не были бы такие длинные заставки, загрузки, катсцены. Все, хватит с меня глюков. Так, можно уходить? Так, очень надеюсь. Так, вот. Чуть не понял. Как не... А, вот. Хозяин зверей. А, как мне теперь призывать эту сову? Это свои? Нет, не свои. Ну, Мишка с ними сейчас разберется в любом случае. З, чтобы вызвать сову. Так, о, я еще и управлять умею. Круто. Так, вон там какие-то цели. А, опять дерутся. Один из моего племени дерется с двумя. Это, блин, какие-то нечестные у них бои. Че ты орешь-то? Все, я с ними разобрался. Че, еще кто-то есть? Да что такое, блин, откуда? Ладно, потом. Сейчас соберем все, что тут было. Так, где еще один? Шкуру заберем. Так, вот он. Да. Какой я меткий. Да что ты, блин, будешь делать-то, идиот? Достал уже. Сдохни. Их тут немало. Так, ясно. У меня нету жестких палок. А чё ты тут прятался-то? Так, отлично. С этим разобрались. Но мне нужны еще палки. А где их достать-то? Явно как в форесте тут деревья не порубишь. Наверное. Ну, вот там кто-то идет. Да. Так, это плохой. Нет, 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 ты меня не видел. Я тебе сейчас харакири устрою. Так, а как камень кидать-то? Я помню, как-то можно было. Ой. Не ту кнопку нажал. Прости, бро.
Я не хотел. Это что? Обыскать, конечно. Так. Что у нас там по заданию? Это не то. Так, вот еще. Это что? Так, помощь Виджа. Сопровождение, отлично. Обыскать, конечно, обыскать. Так, нам нужно туда. Просто есть трава, нужно ее собрать. Чем больше травы, тем лучше. Но у нас еще вот. Теперь мы будем бегать быстро. Бежим давай. О, медведь. Пошел ты. Нет, 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 нет. Не беги за мной. Вот дурак, что ли? Что ты хочешь от меня? Я сваливаю. Так, этого каната у меня нету еще, крюка. Придется обходиться без него. Так, не понял, где орут. Где? Что? Что за крики? Блин. Опять волки. Это что тут? Какие-то припасы, видимо. Так, звериная шкура. Я не понял, где мне палки достать? Чё, 5 медведь, что ли? Ой, это чё? Тростник. Ну, чем больше припасов, тем лучше, конечно же. Это что? Это свои? Так, понял. Так, давай. Джабарва. Шварман сухи хапляха. Злое небо, ты помогать им дойти до сухой земли. Отлично. Побежали. Так, блин, застревает везде. Это что, это плохие. С ними сейчас разберемся по-тихому, наверное. Так, где ты? Ух ты. Так, один готов. Куда ты делся? Сквозь землю провалился, блин. Где второй? Эй, я тут твоего напарника убил. А ему плевать. Он ушел. Блин, как палки-то добыть? Так, это свои. Понял. Взаимодействовать. Так. Да ты куда бежишь? А, ну ладно. Уходим, так, уходим. Все. А, вот и палки, вот теперь. Только если с таких, это будет очень плохо. Но они, в принципе, немало дают. Чё? Ой. Не того. Так, нормально. Этих убили. Не забываем обыскать. О, одного уже убили. Это плохо.
Может я вперед пойду? А? Как вы на это смотрите? Такар, муссалу асаджа. Держи, блин. Еще один где? Я его видел. Да где ты? На, блин, падла, сдохни уже. Не-не-не-не, не убивай. Какой асфальт? Ты чё? Блин, вот не бежали бы они вперед, было бы очень хорошо. А то одного уже убили. Так. Чё-то не хочется, чтобы лук был на единицу. Блин, надо будет переставить. Где? Так, вон там вижу двоих. Так, это они? Так, держи. Тебе стрелу. Тебе стрелу. Эй-эй-эй, потише, ковбой. О, наступает ночь. Ночи темно и опасно, видимость падает, а многие хищники выходят на охоту. Совершайте ночные вылазки, чтобы искать уникальных зверей, понятно? Чтобы поджечь оружие, удерживайте Q, потом нажмите правой кнопкой мыши. Все, я тебя понял. Не, подождите, я с вами сейчас разберусь. Так, где ты был? Знаете? Все? Закончились ваши крики? Так. Кого она кидает, этот свой копье? Зеленый лист. Так, 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 где? Куда? Что? Что происходит? Все, мы добрались? Нет, тело мне переносить не нужно. Хотя... Это же девчонка была. Вот сюда, давай устройся. Ну... Как мне тут подсказали, получше, чем мамонт, хотя она с рогами. Ну да ладно. Так, новые жители деревни, отлично, у меня есть теперь уже племя побольше. Так, установить что? Тотем. Круто. Так, что тут еще есть? Кто? Ой, это что такое? Нате. Так, убил. Это хорошо. Хватит привлекать внимание, придурки. Ну вот, теперь там волки бегают. Черт, идиоты! Кто вас просил это делать? Дебилы. Одного уже убили. Ну вот это совсем не круто. О, волки, волки идут. Так. Блин. Промахнулся. Так, что-то не понял, что вообще происходит? Чё вы на всех нападаете-то, успокоились? Так, не надо подлечиться. Вот это иди.
сдохни, сдохни уже. Сайгуар! Так, ладно. Нету больше. Так, держи стрелу. Вот тебе стрелу. И тебе стрелу. Не попал. Попал. Отлично. О, больше никого? Ну, зато у меня будет очень много шкур. Это очень хорошо. Редкого белого волка. Так. Еще что ли есть? Сколько можно? А вон там еще и охотники. Ничего, я их сейчас снять шкуру снял. Очень много волков мертвых. Так, с этого я шкуру уже снял. Это плохие. Так, так. Ты же воду не собираешься залезать? Где тут киса была? Вот она. Снимай давай быстрей. Во, один готов. О, палочки. Они нужны. Он очень глухой. Хотя нет. Так, что у тебя есть? Ну все, надо по заданиям побегать. А то что-то я заигрался. Так, палок нету, ясно. Что у нас тут по заданию? Это что? Кострище каменной стражи. Пойдем туда. Да блин. Отлично. Все время путаю управление. Все, теперь я очень быстро. Наверное. Ой. Так, это же редкое вроде. Иди-ка сюда. Попал. Эй, это моя добыча, ты чё? Отошла от меня. Блин, какая живучая оказалась. Вот, умерла. Шкура тапира. Понятно, теперь буду знать, что это тапир. Еще палки, чем больше, тем лучше. Кто орёт так, блин? Так, и кто-то сзади мне там рычал. Опять волки. Ничего. Сейчас я навыки свои улучшу. И тогда посмотрим. Один наставлю, попру. Так, навыки, что у меня тут есть? Сова зрения охотника. Не то. Разведение костра. Используйте древесину, чтобы разжечь костер. Откройте селектор оружия. Угу. Ну, это не особо нужно. Первобытная скрытность. Нажмите штепс, бросить камень. Дополнительное здоровье. Это у меня уже, по-моему, есть. Да. А, не то не хочу. Для этого нужно... Сколько? Непонятно. Ну вот. Первобытное исцеление. Давай-ка. Посмотрим. О, блин! Догнали меня. Ага, все. Блин, тигр. Так, надо вылечиться и замочить тигра.
Отец! Ах ты, тварь! Да куда ты убегаешь? На тебя! Иди сюда! Куда побежал? О, отлично, попал. Ага. Теперь же, что-то стало, блин. Пещерный, не успел прочитать. Пещерный лев. Ну, нормально. О, еще один топир. Не попал. Что-то очень долго перезаряжается. Ну, вернее, стрелу меняет. Так, что тут? Нездоровая тема. Ну и чё? Там какие-то тигры бегают. Или скунс. След вон остается от него. Так, нам туда. Да, я пробежал мимо. Так, давай, бежим. Так, сегодня такое. Так. Вот. Слонец нам нужен, конечно же. Так, вот один. И вон там двое. Понял. Так, сейчас. Сейчас вот этого. Вот, блин, прям. Вот так. Готов. И сейчас к этим проберемся по-тихому. Не-не-не-не, сейчас. Ха-ха-ха. Почти. Это было рядом. Поприкалываемся над аборигенами. Ой, блин. А, блин, ты откуда мое имя знаешь? У вас тут интернет, я смотрю, есть. Друг другу информацию передаете. Так. Блин, и копье, и лук в нем. Поджечь, конечно. Вот и разожгли очередное кострище. Знакомство проходит вроде бы нормально. Игра интересная. Правда, много развития нужно. То нужно, то это. Палки всякие, шкуры. Ну, по-моему, я что-то могу сейчас собрать. Так, мешок нет. Изготовление. Так, вот. Нет, еще одна собака нужна. Пещера Такара, уровень 1. Северный кедр. Шкура кабана. Это чтобы мешок охотника у меня был. Так, ну, ясно. Это я соберу по ходу. Открою. Думаю, все будет круто. Вы, друзья, подписывайтесь, ставьте лайки. Мы продолжим в следующей серии. Будет интересно, заходите. Сегодня я просто немного развивался, ознакомливался с этой игрой. Так что будет интересно, друзья. До скорых встреч. Всего хорошего.